Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот творожок, молочный продукт из Красного Яра, Красава называется, 5%, 180 грамм. Вот так, здесь у нас состав там небольшой, но на него будет фотография в конце ролика этого состава, потому что тут все равно вы не увидите. И вот производитель тоже. Будет фотография тоже в конце ролика. Вот. А сейчас давайте его посмотрим. Какой же он там внутри. Ага, уже запах творога пошел. Тоже такая же пленочка. Очень прям, смотрите, такая она очень тоненькая бумажка. Вспомните, или, может быть, кто смотрел другие ролики, я снимала еще на творожок, два творожка. Там у одного тоже была такая довольно плотненькая бумажечка. Плотненькая, наверное, мне кажется, поудобнее. Вот. Он жестковатый, смотрите. Довольно даже, вот видите, отрывается. Рассыпчатый. Потому что тот один был, по-моему, кремообразный, насколько мне помнится, и второй что-то подобное, здесь более такой рассыпчатый. Вот он. Сейчас попробуем. Ну, такой вкус творога прям, просто обычного творога. Ну, в принципе, да, он без всяких вкусов, то есть это простой обычный творог, просто завернутый в пачку. Прям, да, такой вкус творога. Как раз, как я и хотела. Такой он вкусный. Немножечко такая кислиночка есть, как у творога. Не особо суховатый, такой средний. Рассыпчатый. Вкусный. Сейчас я вам еще скажу цену. Сейчас я по чеку посмотрю. Так, 41 рубль 79 копеек. Это по карте в ленте, а без карты 44 рубля. Вот. Не знаю, я, по-моему, в обычных магазинах его не особо не видела. В больших магазинах, может быть, он. Вот он, видите, прям рассыпается. Чуть-чуть нажимаешь, не он рассыпается. Его, в принципе, можно использовать как для запеканок, допустим, если кто не может найти деревенский творог. Допустим, у нас это в последнее время довольно сложно. Найти деревенский творог, хороший, хорошего качества и свежий. Потому что я во время беременности два раза уже травилась. Вот, это неприятно, поэтому начинаешь уже покупать все в магазине, потому что в магазине посмотришь срок годности, он нормальный, и, естественно, покупаешь, потому что деваться некуда уже. Вот, он, кстати, у меня еще холодный, может быть, еще поэтому он такой рассыпчатый. Может быть, если бы он был потеплее, может быть, не был бы таким. Но все равно посмотрите другие ролики, я в конце этого ролика обязательно ставлю окошечки эти вот, как они называются, ссылки там в конце, и чтобы вы посмотрели другие творожки, мы с вами разбирали, какие они там были. Я думаю, в любом случае это вам пригодится. Просто даже, знаете, ходишь по магазину и видишь много разных товаров, и не знаешь, что там внутри, стоит брать, не стоит брать. Может, это невкусно, может, это гадость какая-нибудь. Интересно же, интересно, конечно. А так посмотрела, о, да он рассыпчатый, он хороший, все, я пошла в магазин, пойду возьму его. Он, да, подойдет для запеканки, может быть, каких-то печенек даже подойдет. Он не сладкий, он, ну, просто самый обыкновенный творог, завернутый в пачку. Единственное, вот здесь 180 грамм. Я не знаю, сколько должно быть в других пачках, но мне почему-то кажется, что 200 должно быть. Уже просто маркетинговый ход. Как с пачками сахара, наверное, кто помнит.
тоже там сахар, это каш был килограмм, потом стало 900 грамм, а сейчас уже 800 грамм, а цена больше. Вот. Так же и тут. В принципе, на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие мои обзоры. Смотрите, там у меня есть шоколадки, мы разбирали. Скоро у нас выйдет обзор. Обзор скоро выйдет на вот такую шоколадку. Интересные уже два обзора таких же был. Были как раз вот такие вот клубничные, и вот такая вот выходила. И вот у меня осталась последняя, третья. На нее скоро будет обзор. Также там очень много других обзоров, других шоколадок. И в 2019 уже, он скоро уже Новый год у нас будет еще очень-очень много обзоров на продукты. Если какие-то вы хотите особенные продукты, пишите мне это в комментариях, либо вы можете на почту, либо ВКонтакте. Там много разных ссылок, где вам удобно. Можете мне написать, там хочу на такой-то, такой-то продукт. Обзор. И я этот продукт покупаю и вам здесь все показываю. Вот. Ну все. Всем пока-пока.